Так, я читаю в электронной версии на сайте газеты «Гродненская правда». Да, я знаю «Гродненская правда». Мы как-то так сидим больше в социальных сетях, не в печатном варианте. Вот, недавно был 1 мая, День труда, мы смотрели, там было много фоток с самого мероприятия Гродненского. Вот, нам понравилось то, что можно было посмотреть, что как прошло, потому что самим не удалось попасть на само мероприятие. Первый печатник в Беларуси Франциск Карина, он издал Библию. Что вы знаете, кто изобрел печатный станок? Гутенберг. В Беларуси? Ну, лично Франциск Карина. Да? И Мстиславец наш. А какое издание выдал Франциск? В 1517 году, что там, малая подорожная книжка?